Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем кардиган крючком, очень простой, справится новичок, начинающий. В общем, вязать я буду мини-версию. Нам понадобится ниток 1 килограмм, 1000 граммов, и плотность от 80 до 100 метров в 100 граммах. И крючок 8 миллиметров. Это мы вяжем оригинал. Я же вяжу мини-версию маленькую, вот она, вот этими нитками. Но все буду рассказывать в том размере, в каком оно есть в оригинале. То есть для начала я набирала 40 петель, в сантиметрах это 35 сантиметров, то есть достаточно свободное вязание. Так, здесь я буду набирать произвольное количество петель, а в оригинале 40. Первый ряд столбик с накидом. Так, провязала я первый ряд столбиком с накидом, делаю 2 воздушные петли подъема, поворачиваю вязание, и теперь я буду вязать так называемую резинку крючком. Первая петля, я делаю накид и захватываю петлю, вот столбик предыдущего ряда, спереди вот так вот за сам столбик и провязываю. Далее вторую петлю я захватываю сзади и провязываю. Так чередую. Одну я захватываю не за вот эти петельки, которые как обычно, а именно за сам столбик. Таким образом мы вяжем 9 сантиметров вот этой вот резинкой. Это наш манжет. Вязала я достаточно свободно, чтобы полотно было воздушное и объемное. И подбирайте нитки, девчонки, чтобы не были тяжелые нитки, такие, знаете, грузные, чтобы они были воздушными. Потому что грузные нитки вытянут полотно вниз, и оно будет плохо смотреть. Последняя петля и кромочная петля. Вот. Следующий ряд, 2 воздушные петли подъема. Теперь смотрим, вот где у нас выпуклая петля, это значит мы захватываем вот так. Так как первая у нас такая впадина, значит ее мы захватываем с изнаночной стороны. Эту захватываем с лицевой стороны. Оно очень хорошо видно. Видите, вот так вот вырисовывается наша резинка. Всего резинкой мы вяжем 9 сантиметров, как я уже сказала. Далее мы переходим на основной узор. И длину рукава корректируем по своему размеру, девчонки. То есть саму длину от 40 до 55 сантиметров в общей сложности. Потому что рукав у нас будет спущенный. У меня это 55 сантиметров. Вы уж меряете по себе ориентировочно. Сейчас я вам покажу основной узор. Это столбик с накидом, но за заднюю стенку. То есть за, если посмотреть на эту косичку, то за заднюю косичку. И так далее. То есть больше мы ничего не меняем, просто вяжем столбик с накидом за заднюю стенку. И так продолжаем наше вязание. Когда мы связали рукав нужной длины, обрезаем ниточку. И теперь будем делать вот эти добавления. Здесь я добавляла опять же по 40 петель. 40 петель. И далее вязала одним полотном. Продолжала вязание. Вот таким вот образом я добавляла. С одной стороны 40 петель. Немножечко неудобно первую петелечку, но это не страшно. И далее продолжаем нашим узором за заднюю стенку.
Вот, провязала я все петли рукава. Теперь делаю цепочку из 40 воздушных петель. Так, теперь делаю 2 воздушные петли подъема и вяжу столбиком с накидом. Поворачиваю все, одним полотном вяжу. Рассказываю дальше, девчонки. Здесь я провязала в оригинале 7 рядов, это 15 сантиметров. Вот они. Далее вяжу вот здесь вот, провязала, вот смотрите, не закончила ряд, 55 петель. Вот здесь я вот поставлю 55 петель. То есть до конца я не довязала 65 петель, так как у нас здесь 120, при наборе было 40, и здесь добавили по 40, то всего петель у нас 120. То есть вяжу 55 петель и буду делать сокращение вот таким вот образом. Один полустолбик с накидом, второй полустолбик с накидом и провязываем вместе. То есть одну петлю я сократила. 2 петли подъема, поворачиваем. И снова то же самое. 2 полустолбика, незаконченных полустолбика, которые я провязала вместе. То есть здесь я убавила одну петлю и здесь убавила петлю. Довяжу до конца ряда, вернусь и еще 2 раза сделаю точно так же. То есть 4 раза я убавлю по одной петле. Вот. Здесь вот. Я сделаю это 4 раза. То есть 4 ряда провяжу и далее 6 рядов вяжу ровно. Так, вот так вот выглядит в мини-версии это. Видите, здесь убавление, в моем случае 2, вы делаете 4 раза. Здесь я провязала ровно 3 ряда, вы вяжете 6 ровно. И теперь я буду делать прибавление. Их у нас тоже будет 4 по одной петле. То есть всего 4 ряда с прибавлениями. Сделаю я петли подъема и вывязываю из первой петли 2 столбика с накидом. То есть один я добавляю. Теперь мы по сути, мы вот здесь вот уже в половине этого вязания. И мы это все, что мы связали, мы дублируем зеркальным отображением. То есть вяжем точно то же, что мы только что связали. Так, в конце ряда, если у нас нам нужно добавить в конце ряда, мы добавляем, вот она последняя петля, видите, кромочная и последняя петля. Из нее мы вывязываем 2 и потом уже провязываем вот эту кромочную, чтобы у нас было все красиво. Теперь я набираем здесь вот эти 65 воздушных петель. И снова вяжем вот эту часть, да, эти 7 рядов. Потом вяжем рукав, сколько он у нас. Смотрим здесь на сантиметры. И заканчиваем наше вязание. То есть сейчас я набираю эту цепочку, восстанавливаю деталь вот так вот. И буду вязать ровно, потом убавлю и свяжу рукав. Смотрим. Вот она наша деталь. Ой, как же так вам показать, чтобы влезла. Вот. Все, я продублировала. Если сложить вдвое, то вот такой вот получается. Сложенные вдвое одинаковые это. Для контроля, девчонки, ширина вот этой спинки 60 сантиметров. 60 сантиметров. В оригинале, чтобы вы могли контролировать. Ну и теперь сшиваем вот эти части. Рукав и бок. И рукав и бок сшиваем. Вот так вот это выглядит на данном этапе. Теперь нам нужно связать вот по нижнему краешку, по нижнему краю резинку. Для этого
Я наберу петли, делаю 2 воздушные петли подъема и вот как здесь вот ряды у меня, я по краю набираю петли. Так вот набираю до конца и далее перехожу на вот эту резинку, на этот узор, и тоже вяжу эту резинку здесь 9 сантиметров, как и на рукаве, 9 сантиметров. Ну, то есть она будет у нас сюда переходящая. Связали резинку. На оригинале кардигана у меня там 100 петель. Это резинка как бы целиком. То есть вот это 100 петель. Теперь продолжаем вязание. Здесь даже не обрезая нитку, я делаю 2 воздушные петли подъема и набираю здесь вот по этому краю петли. Теперь мы будем обвязывать горловину. Вот так вот мы передвигаемся, начиная отсюда. И вот так вот продолжаем по вот этому краешку аж до конца. Вязать будем основным узором, вот этим вот за заднюю стеночку, вот эту планку. Ну вот, мои хорошие, вот моя мини-версия кардигана. Так, вот эта планка так выглядит. Видите, она цельная. Всего здесь 8 рядов. Давайте я напишу 8 рядов. И 186 петель. Вот здесь вот 186 петель. И вот здесь вот 8 рядов. Все, мои хорошие. На этом все. Я думаю, мое объяснение было понятным. К весне еще достаточно времени, чтобы связать красивый кардиган. С вами была Вика из школы рукоделия. Подписываемся на канал, ставим лайки, подписываемся на Инстаграм, тоже ставим лайки. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!